Жители отдаленного района на улице Загородной долгое время не могли понять схему движения городского транспорта. Им казалось, что на конечной остановке 65-й маршрутки автобусы приходят не вовремя. В связи с этим они обратились в управление транспорта, где действительно были выявлены нарушения в работе автобусов. В настоящее время весь городской пассажирский транспорт включен к системе ГЛОНАСС. По этим данным мы проводим мониторинг его работы, в котором фиксировали нарушение расписания движения на маршруте 65, увеличение интервалов движения, неполный выпуск автобусов на маршруты, что в свою очередь приводит к таким вот такому качеству обслуживания. Сразу же были приняты меры для того, чтобы интервалы движения 65-го автобуса были восстановлены. Кроме того, проблему решили и с других сторон. Данную проблему мы решили, организовав заезд автобусов в маршрут 77 поселка Агропром, на котором жители города могут воспользоваться правом льготного проезда. Также жители города на остановке психбольницы могут воспользоваться автобусами 49-го маршрута, где также действует льготный проезд, там и интервал движения, также 10 минут. Ну и стоит отметить, что в центральной части города маршрут 65-й, он и дублирует троллейбусы 3-го маршрута. Заезд 77-х автобусов был организован в июне этого года. В настоящее время управлением транспорта ведется постоянный мониторинг ситуации для того, чтобы больше не возникало проблемных вопросов. Сейчас жители поселка Агропром довольны количеством автобусов, а главное – частотой их появления. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».